Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 2 мая 2016 года, и совсем недавно закончились соревнования CCC Spring Open 2016, на которые я, собственно, и приехал в Москву. Но речь сегодня не о соревнованиях и не о четырех серебряных медалях, которые я умудрился на них заработать. Речь о конкурсе репостов, который был организован моим магазином головоломок. Мы обещали подвести итоги 1 мая, и мы это сделали. Большой бедой было то, что мой друг Костя находится сейчас в Волгограде, а я в Москве. И расстояние в 1000 километров не позволило нам сесть вместе и благополучно определить победителя. Поэтому Костя снял небольшое видео о том, как, собственно, все это и происходило. Ну, а я вам сейчас это видео продемонстрирую. Вот так вот мы, друзья, определяли победителя. Наверное, вам такая картинка знакома. Именно вот так был выбран победитель. Именно человека, который находится на этой фотографии сейчас, находился, я и поздравляю. И его зовут Тимур Васильев. Друзья, поздравьте, пожалуйста, Тимура в комментариях к этому видео. Самого Тимура мы просим связаться со мной или с Костей, или с Александром Мартыновым в личных сообщениях ВКонтакте, добавиться к нам в друзья. Но и это еще не все. Мы решили не останавливаться на достигнутом. И как только мы определили победителя первого конкурса и обладателя замечательной двушки от фирмы Cyclone Boys. Пытаюсь найти фотографию этой двушки. Ой-ой-ой, где же она? Да, в общем, много у нас новостей ВКонтакте, и сразу так эту двушку, этот репост мы и не найдем, наверное. Но закончив первый конкурс и поздравив победителя, еще даже не отправив ему его приз, мы уже начинаем второй конкурс. В этом конкурсе победитель получит вот такой вот чудо-кубик. 42-миллиметровую мамбочку от Мофанга. Вот как она выглядит вживую, а не на фотографии. Вот в такой вот замечательной упаковочке, которая, кстати, имеет не кубическую форму, я имею в виду упаковочка, поэтому иногда даже сложно предположить, что в ней находится кубик 3 на 3. Но это вот такая особенность. Итак, друзья, итоги этого конкурса мы точно так же с помощью приложения Random App подведем 9 мая. Надеемся, что репостов будет еще больше, участников будет еще больше. Ну и результатом конкурса никто не будет разочарован. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на моем канале.